Скажи, пожалуйста, как игралось вообще в такую погоду? Честно говоря, отлично игралось. Такая погода редкость на наших полях, и мне лично в кайф играть. Под дождь. А не повлияло ли это на игру вашей команды? Безусловно, повлияло. Мы хотели изначально сыграть низом, больше держать мяч, чем у нас получилось в этой игре. Но в итоге все скатилось, к сожалению, в удобную для соперника игру. Мы играли забросами, поэтому приходилось очень много бороться наверху. Но я думаю, что в целом мы справились с этой борьбой. Мы выиграли, и поэтому забили больше. Соперник, что можешь о нем сказать, достойно смотрелся? И вообще, способен ли он в будущем побороться за право выступать в первой лиге? Ну, соперник смотрелся очень достойно. Мне он понравился, на самом деле. Они в третьей, да, ведь лиге играют? Да, в третьей, вот. Ну, я думаю, что это кандидат в первую, как минимум, и они должны бороться за выход в премьер-лигу. Потому что игроки все крепкие, физическая подготовка, видно, присутствует. Однако, мне кажется, им стоит чуть больше играть низом. Просто мы готовились к игре и видели их игру, в частности, «Смерть Эссен». Они мало играют низом. И немножко о перспективах уже вашей команды. Настраиваетесь ли уже на следующий сезон? Может, как-то будете укрепляться, менять состав или еще что-то? Ну, мы надеемся, что выпускной курс никого не подкосит и костяк команды останется. Я думаю, что капитан найдет, кем усилить команду, хотя и эта команда достаточно сыграна для того, чтобы бороться за хотя бы попадание в премьер-лигу в будущем сезоне. Спасибо.